А тим часом дівчата стривожено переглядаються. Зараз покинути проект ризикує кожна з них, адже Іван Дорн має почути ще одну дівчину зі своєї категорії. Жорстоке випробування для 14-річної Лєри розпочалося ще з харківського відбору. Тоді від свого нинішнього наставника вона отримала завдання і зараз неабияк переживає, чи достатньо з ним впоралася. Помнится, я просил тебя немножко похудеть. Да. У тебя это получилось. Спасибо. Поздравляю. Я старалась, вы даже не представляете, как. Помню, я приехала, я полностью поменяла свое питание, свой образ жизни, просто все, чтобы приехать и показать, что я что-то сделала, не просто там сидела. Мне удается не есть в этой гонке. Конечно, нам приносят блинчики, там макароны, отбивные. Ну, например, я могу скушать там кусочек хлеба и чай. X-Factor – это действительно мое будущее. Я сюда пришла не просто попеть, я понимаю, что меня будут просто со всех сторон критиковать, хорошо я спела, плохо спела, толстая я, не толстая там, и тому подобное. И я понимаю, что я должна это просто пережить, это просто испытание.